Всем привет! Всем привет! Вы на канале Апоёж. Да, и сегодня мы поговорим о продукции, которую мы используем сразу же на этапе запуска аквариума. Пап, что это такое? Это средство называется Aquasafe. И используется оно как кондиционер. Когда мы берем водичку с крана, то в ней могут содержаться какие-то вредные вещества для рыбок, которые могут ей навредить. Вот. А это средство помогает эти все вредные вещества между собой связать и превратить их в безвредные вещи, которые потом могут скушать растения, или которые могут попасть в фильтр. И потом, когда мы будем мыть фильтр, они просто уйдут. То есть это средство делает обычную водичку из-под крана пригодной для того, чтобы мы туда запустили рыбок. Что тебя еще интересует? Что это? Это два очень интересных средства. Бактозим и Биокарин. Они содержат в себе необходимые бактерии и питание для этих бактерий, которые помогают сделать нашу водичку в аквариуме живой. Потому что в грунте и фильтре живут различные микроскопические организмы, которые помогают перерабатывать отходы от рыбок, гниющие листочки, остатки корма. Эти бактерии кушают это все. Вот, и перерабатывают разные соединения. Вот. И перерабатывают разные соединения. Вот, например, есть такие бактерии, которые называются нитрифицирующие. Это те бактерии, которые отвечают за азотный цикл. Я тебе сейчас объясню по-простому, что это такое. То есть, вот, например, ты покормил рыбок, рыбки покушали, да? Потом же рыбки сходили в туалет, правильно? Потом же остались остатки корма, рыбки что-то не скушали. И растения, например, растут, новые листочки появляются, а старые умирают и отпадают, и начинают гнить, да? Так вот, что такое вот этот процесс гниения происходит? То есть образуется аммиак. Потом бактерии определенные кушают этот аммиак и вырабатывают нитрит. Потом есть бактерии, которые кушают этот нитрит и превращают его в нитрат. А уже нитраты кушают растения и растут. И таким образом очищается вода. Потому что если не будет этого очищения воды, то эти вещества будут накапливаться и рыбки могут погибнуть. Понял? Понятно. Понятно. И последнее средство, которое ты видишь, которое мы тоже использовали для того, чтобы запустить наш аквариум, это SafeStart. Он тоже содержит в себя различные штаммы бактерий, которые помогают перерабатывать все вот эти вещества, которые помогают быстрее создать этот азотный цикл и сделать водичку живой, пригодной для того, чтобы в ней жили рыбки и чувствовали себя хорошо. Только вот в жидкой форме. Вот эти средства мы будем регулярно вносить, пока наш аквариум не оживет и не станет полноценно функционировать. Вот. Спасибо компании Tetra за такое разнообразие средств, помогающие быстро и удобно запустить наш аквариум. Спасибо большое. Всем пока, подписывайтесь на наши видео, ставьте лайки.